Уважаемые коллеги, вторая пациентка, 47 лет, с ростом 176 сантиметров, исходная масса тела у пациентки была 134 килограмма. Индекс массы тела составлял 43,2. Идеальный вес для данной пациентки по таблице Метрополитен составляет 66,6 килограмма. На момент первой операции процент избыточной массы тела у пациентки был 101%. Вот. Чуть более года назад пациентке выполнена операция гастрик байпас, после чего пациентка за полгода похудела до 104 килограмм, индекс массы тела составлял 33,57. Вот. Процент потери избыточной массы тела у пациентки составил 55,4%. В течение эта потеря была в первые полгода. В остальные полгода прошедшие у пациентки вес стабилен. И на поступление в стационар вчера масса тела также 104 килограмма у пациентки. Вот. На данном слайде представлено ФГДС. По данным, по результату исследования у пациентки имеется поверхностный гастрит культи и анастомозит. Это ее не беспокоит. Вот. И на данном слайде уже представлена рентгеноскопия. По данным рентгеноскопии все проходимо. Заключение имеется оперированный желудок. И, к сожалению, видео не получилось заснять. Но у нее замедленный пассаж бария из 12-перстной кишки. Вот. Единственное, с чем обратилась пациентка, это с тем, что масса тела сохраняется. Пациентке планируется выполнить реконструкцию анастомоза.